Добрый день, друзья. Обычно стараюсь не очень о себе рассказывать, как-то, но больше о вас говорим, о музыке. А тут вчера произошло событие, которое как бы, ну, сказать, что меня шокировало, это ничего не сказать. Утром звонок в дверь, открывают дверь, стоит женщина. Моя подписчица приехала из Московской области, привезла мне сильнейшие антибиотики французские, привезла какие-то витамины, еще что-то, кофе, плюс 10 тысяч рублей России. Я был в шоке просто. Есть же такие люди, представляете, вот просто человек проехал 1000 километров, чтобы помочь побыстрее выздороветь. Обычная простуда была, уже выздоровел, но, конечно, дай Бог ей здоровья. Хорошо, что есть вот такие люди. Не пропадает вера в людей, когда такие люди появляются. Она просила ее мне называть, поэтому не буду называть, но огромная ей благодарность за все. После до сих пор еще под впечатлением.